Чтобы осень жизни наших стариков была золотой, мы должны окружать их заботой и вниманием круглый год, а не только в праздничные дни. Ну, конечно, день пожилого человека – это лишний повод порадовать их приятными сюрпризами. Сегодня наш корреспондент Максим Швец вместе с лабытнанцами решил посвятить любимым бабушкам и дедушкам стихи. Пусть он возрастом стар, человек пожилой, но душой и сердцем всегда молодой. Жизнь умеет ценить и живет для других. Мы поздравить пришли всех людей пожилых. Пожелать, чтобы родные относились с любовью. Пожелать вам удачи, долгих лет и здоровья. Я бы пожелала дедушкам и бабушкам побольше здоровья, чтобы они себя чувствовали прекрасно, побольше гуляли в такую прекрасную осень, и чтобы у них все было хорошо. Ну, в первую очередь, здоровья, благополучия и всех благ. Долгих лет жизни, здоровья, чтобы радовали близкие, родные, чтобы были всегда рядом и пришли на помощь, если что-то вдруг случилось. Много слов благодарности хочу адресовать людям почтенного возраста. Спасибо за их труд, за их наглядный пример для дорастающего поколения. Пожелать им здоровья, самое главное здоровье, любви и внимания от их близких и родных людей. Здоровье самое главное. Ну а что им еще желать? Здоровья. Кто на кухне с поварешкой у плиты всегда стоит? Кто нам штопает одежку? Пылесосом кто гудит? Кто на свете всех вкуснее, пирожки всегда печет? Даже папы кто главнее и в семье кому почет? Кто споет нам на ночь песню, чтобы сладко мы заснули?